В ходе развода был проведен инструктаж и поставлены задачи. Приоритетными направлениями стали осмотр подведомственных территорий, соблюдение законодательства в сфере торговли, контроль за санитарным состоянием обслуживаемого участка, проверка строящихся объектов, соблюдение гражданами миграционного законодательства. Особое внимание уделяли местам проживания иногородних граждан. Также участковые посетили владельцев охотничьего оружия. Уделили внимание лицам, ранее судимым и склонным к совершению противоправных действий. В целом, в ходе рейда в Адлерском районе за нарушение общественного порядка было составлено 63 административных протокола. В дежурную часть доставлено 62 человека. Проверено 168 владельцев оружия, выявлено 7 нарушений его хранения и перерегистрации. И задержан один человек, находящийся в розыске.